В рамках Дня губернатора в областном центре Павел Коньков посетил предприятие «Профессионал». Здесь изготавливают навесное оборудование к дорожно-строительной технике, в основном ковши, размерами от 0,1 кубических метров до 42 кубических метров. За 10 лет существования предприятия рынок сбыта продукции удалось существенно расширить. Ивановское навесное оборудование теперь закупают в Африке, Америке, странах Азии. Всего 36 государств. Если раньше в Россию шел большой поток этого навесного рабочего оборудования из-за границы, то на сегодняшний день за счет своего качества и выпуска продукции на нашем заводе мы вытесняем этих конкурентов и по цене, и по качеству. Цена у нас на порядка 30% дешевле, чем любого импортного ковша, а качество соответствует. Компания «Профессионал» ориентирована на импортозамещение. Правда, металл для ковшей все равно приходится закупать за рубежом. В России подходящего по параметрам цена-качество-количество нет. Губернатор региона обещал этот вопрос поднять перед Минпромторгом. Руководство «Профессионала» озвучило еще один злободневный вопрос. Предприятию стало тесно на своем участке, нужны новые территории. О возможности выделения земли поговорили с губернатором. Я им предложил посмотреть вне города, на границе города. Такие предприятия, в общем-то, и должны быть на границе городской черты, не в центре. И сегодня уже дал поручение, будем смотреть, подбирать им участок земли. Потому что тот темп развития, который сегодня завод взял, он, конечно, потребует и дальнейшего и вложения, контроля, помощи. Предприятие «Профессионал» можно считать образцовым, гордостью столицы субъекта. Корпуса оснащены современным оборудованием, внедрен полный цикл производства готовых изделий. Годовой объем продукции составляет больше 1 миллиарда рублей. Ниша на рынке плотно занята, но стремиться, считает руководство компании, есть к чему. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.